Ассаламу алейкум, батыр. Сауба. Менің атым Нұрәлі. Мен 13 жастам. Мен пианистпін, композитор. Композитор? Сенің өзің шығармаларың бар ма сонда? Иә. Yeah. Мә, қанша шығармаң бар? 70. 70? Сонымен қазір не орындайсың бізге, не көрсетесің? Денистенге арналған шығармам бар. Вау! Ахан Жұлдыз. На телевизор смотрел, как он в Олимпиаде участвует. Мне он сильно нравился, как он катается на коньках. Он прославил наш Казахстан. Когда я узнал, что Денис Тен погиб, я думал, мне очень грустно стало. И я думал, почему не сочинить Денису Тену. И моя семья сильно обрадовалась. Папа, мама поставили имя «Промелькнувшая звезда». Давай, кури. Нұрәлі, рахмет. Рахмет, балам. Мынау жүрегіңнің қазір толқып тұрғанын сезіп тұрмын. Нұрәлі, я хорошо знал Дениса и маму. Я с Оксаной Алексеевной поговорю и с попечительским фондом Дениса, имени памяти Дениса. Это произведение должно прозвучать на льду, и фигуристы в память о Денисе должны...
Спасибо тебе большое. Ты очень преданный друг. Ты очень талантливый друг. Я столько души, столько любви услышала сейчас. Я себя еле как держу сейчас, еле как. Честное слово. Тебе спасибо большое за твою любовь. У тебя не просто талант. У тебя огромное сердце, а внутри живет талант. Спасибо. Ты большой талант. Мало того, что ты сам написал эту музыку, еще у тебя техника очень хорошая. Ты очень как профессиональный пианист очень хорошо сыграл. Спасибо. Вы представляете, что будет дальше? Может быть, когда-нибудь нам посчастливится спеть под его музыку какие-нибудь песни, да? Мы положим стихи на них, да. Такое ангельское произведение. Это было шикарно. Спасибо. Нурали, Балам, я, конечно, говорю тебе да. Спасибо. Я желаю тебе стать просто легендарной звездой. Пусть наши «да» великим композиторам, вот наши «да» тебе просто станут первой ступенькой. Спасибо. У тебя большое будущее, я говорю «да». Спасибо. Мы говорим 4 «да», и ты проходишь следующий тур. Спасибо. Подписывайтесь на наш инстаграм-канал Central Asia Scottsdale.